вами Карина. Сегодня хочу поговорить о том, как создать свою игру на NES. Я расскажу о самых простых способах, не требующих программирования. Проще всего скачать редактор уровней. Например, на romhacking.net есть 113 редакторов уровней игр на NES. Среди них есть редакторы как к первой игре, так и комбайны вроде CAD Editor с поддержкой огромного количества игр. Вероятность того, что вы сможете создать новые уровни хотя бы к одной из любимых игр, крайне высока. Обязательно попробуйте! А еще открою большую тайну, что при помощи тайловых редакторов можно легко перерисовывать графику. А если вы с нуля хотите создать игру без программирования на NES, для этого есть NES Maker. Проект успешно стартовал на Kickstarter и развивается и в данный момент. Разработка в этом конструкторе не сложнее, чем в Game Maker и Unity. Есть базовые движки для создания приключенческих игр, ролевых игр, платформеров и других игр. С их помощью можно создать шедевр за 20 минут и собрать все в ROM одним щелчком мыши. На данный момент уже сотни игр созданы на этом конструкторе. Некоторые даже продаются на кариках.